буду вести свой влог как ютуберы, которые рассказывают, что в моей сумочке. В моей машине, ну не совсем в моей машине, но на данный момент пускай будет так. Есть вот такой вот ремень безопасности, серенький такой вот, он как бы немножко приятный на ощупь. Вот такой, значит, ремешок, серенький, текстиль или не текстиль, не знаю, я в этом не разбираюсь, но, в общем, я кайфую, это мой must-have на ближайший месяц, просто моя любовь. Есть такой вот серый потолок, тоже приятный на ощупь. А вот этот потолок, это вообще мой фаворит, девчонки, я очень давно искала такой потолок, просто нашла, мы сейчас не расстаемся просто с этим потолком, это просто нереальное что-то, кайфую, балдею. Так, что еще есть в моей машине? Вот ручка тоже. В принципе, что каждый день в моей машине, это вот такой вот огромный-огромный стакан Кока-Колы, который я всегда ношу с собой, потому что очень люблю хорошо пописать, поссать, так сказать, от души, поэтому всегда пью Кока-Колку. Вот такой вот румтурчик по моей машине, значит, что в моей машине, рубрика «Влог от на 191», подписывайтесь на мой канал, оставайтесь вместе со мной, и совсем скоро я расскажу, что в моем...